Дорогие друзья, май месяц для белорусской общины Крыница города Клайпеды вот уже 10 лет является особенным месяцем, потому что именно в это время проходят дни белорусской культуры. Этот месяц наполнен хлопотами и заботами, но также и очень интересными встречами и знакомствами. Дело в том, что в программе мероприятий всегда есть место для интересных выставок. Точнее сказать, выставки всегда приурочены к торжественному открытию Дней белорусской культуры в нашем городе. Этот год не исключение. При содействии Центра национальных культур и непосредственно в его стенах, где мы всегда чувствуем тепло и уют, а также при участии члена белорусской общины Вильня, города Вильнюса, и куратора выставки Валерия Серегина, сегодня открывается выставка белорусских художников. Итак, на выставке представлены работы 16 художников. Работы очень разноплановые, выполненные в разных техниках. Давайте знакомиться с их авторами. Ситница Григорий Семенович. Известный белорусский график, художник и поэт. Творчество этого художника характерно пристальное внимание к белорусским национальным ценностям, истории, этнографии, фольклора. Произведения художника находятся в фондах музеев Белоруссии и других стран. На нашей выставке представлена его работа «Встречает Вильнюс». Лазовская Лидия. Родилась в городе Лида Гродненской области. Сегодня проживает в Минске. Она энергична, упорна, любит удивлять и преподносить сюрпризы. Создает миниатюрные портреты выдающихся деятелей Республики Беларусь и исторических персонажей. На нашей выставке вы можете увидеть ее картину «Пречистенский собор». Суша Олесь Семенович, город Минск. В его картинах удивительным образом сочетается легкость, доброта и искренность. На нашей выставке вы можете увидеть его картину «Ратушная площадь». Баранковская Светлана Александровна, Витебск, член Белорусского союза художников. Центральное место в ее творчестве принадлежит пейзажным композициям. На нашей выставке присутствует ее работа «Доминиканские муры». Вильнюсская художница Татьяна Мазаева. Ее художественные произведения выполнены в стиле прессованной флористики – ашибана. Она является одним из лучших специалистов этого стиля в мире. На нашей выставке представлены ее работы «Университет» и «Улица Скапу». Виктор Ивановский, Вильнюс, является представителем реалистического художественного искусства. Его работы «Болото», «Весенний разлив» представлены на нашей выставке. Козик Татьяна Федоровна. Полоцк, белорусская художница. Ее работы отличаются поэтичностью, метафоричностью, символизмом. На нашей выставке представлена ее работа «Ангелы». Кострица Светлана Владимировна. Город Минск. Ее реалистичные работы выполнены в стиле импрессионизма. На нашей выставке представлена картина «В парке». Thank you.
Мацура Юлия Владимировна. Родилась, живет и работает в городе Минск. Работает в технике живописи, акварели, литографии. На нашей выставке представлены ее работы «Знаменская церковь», «Весенний контражур». Кондрусевич Павел Владимирович живет и работает в городе Минск. Член Белорусского союза художников и Союза художников Австрии. На нашей выставке представлена его работа «Каунасское море». Анжей Балахович, Вильнюс. Окончил Архангельскую художественную студию «Поморье» и Московский университет народных искусств. На нашей выставке представлены две его работы «Осень». Павел Владимирович Масленников, Минск. Это внук художника-пейзажиста, народного художника БССР, родоначальника целой династии художников Павла Васильевича Масленникова. Он член Союза художников Беларуси, преподаватель Белорусской государственной художественной академии. На нашей выставке представлена его работа «Над рекой». Виктор Лукьян, город Лида, Беларусь. Преподаватель живописи Лидской детской художественной школы искусств. На нашей выставке представлена его работа «Пирс в Йоткранте». Василий Токажевский. Закончил художественную школу в городе Сморгоне, Беларусь, проживает в Вильнюсе. На нашей выставке представлены его работы «Улица Стиклю» и «Улица Святого Казимира». Леонид Худук, Тракай, Литва. Известен в нашей стране не только как художник, но и реставратор. На нашей выставке представлены его работы «Зима и весна». Художник из Минска Владимир Ситченко, член Союза художников Беларуси. На нашей выставке представлена его работа «Улица Доминикану». Особенность этого проекта в том, что представлены работы 16 авторов. Авторы с разных уголков как Белоруссии, так и Литвы. Все работы приковывают к себе внимание, и спасибо за то, что предоставили такую возможность. Это Центр национальных культур города Клайпеды и Белорусская община города Клайпеды. В частности, большое спасибо Николаю Логвину, который поддержал этот проект и совместными усилиями его претворили в жизнь. Приятно видеть, что много авторов, с которыми доводилось встречаться и присутствовать на предыдущих открытиях, что они представили свои работы. Другое дело, что это сейчас все происходит практически без зрителей. Разве что в виртуальном пространстве можно это будет посмотреть. Но хотелось бы, чтобы раньше или позже это все вернулось, и люди могли начать общаться так, как они общались раньше. Белорусские художники в Литве – это все-таки натуральное явление, как бы у себя дома. И та образность, которую мы сейчас видим на этих картинах, образность пейзажей городских и природных,
должны нас согревать. И дай Бог, чтобы это продолжалось.